Моя любимая учительница – это учительница русского языка и литературы Скопина Светлана Геннадьевна, которая преподавала у меня с 5 по 11 класс в школе. Она умела найти подход к каждому ученику и заинтересовать в своем предмете. Мы все очень благодарны ей, что она привила нам любовь к своему предмету, к русскому языку, к литературе и научила нас как-то приобщаться ко всему культурному.